Вітаю всіх шанувальників боксу на найкращому спортивному телеканалі України і запрошую вас до програми «Рингсайд. Своя правда». Сьогодні ми поговоримо про ту тему, яку ми торкнулися в нашій першій програмі. Тема, яка стосується аматорського та професійного боксу. І сьогодні у нас з Аліною в гостях перший віце-президент Федерації боксу України Юрій Андрійчук. Вітаю вас, пане Юрію. Ну і як завжди, за сталою традицією, доклад про тематику сьогоднішньої нашої програми і зробить Аліна. Приветствую всех наших телезрителей. В этом году в Швейцарии по инициативе и под эгидой Международной ассоциации любительского бокса АИБА была создана новая компания World Series of Boxing, мировая серия бокса, которая, как предполагают создатели этой компании, должна стать аналогом профессионального бокса. 75% этой компании принадлежит АИБА и 25% International Management Group. По замыслу создателей, из лучших боксеров-аматоров формируется 12 команд со всех континентов. И между этими командами в течение года по клубной системе проводится так называемый чемпионат. Всего 5 весовых категорий предполагает система World Series Boxing. 54 килограмма, 61 килограмм, 73 килограмма, 85 килограмм и плюс 91 килограмм. Формула поединка 5 раундов по 3 минуты. Боксеры проводят поединки без маек и шлемов. 3 боковые судьи определяют победителя, но при этом остается электронная система определения победителя. По результатам проводимых в течение года поединков определяется сильнейший боксер в каждой из 5 весовых категорий. Главная особенность такого чемпионата, такого мирового первенства – среди боксеров-любителей, в общем-то, которые будут выступать по системе, больше напоминающей профессиональный бокс, это сохраняется право каждого участника принимать участие в Олимпийских играх и других любительских международных турнирах. Більшість фанів боксу взагалі звикли, розуміючи під словом функціонер, це такий досить вже багато літ такий дядька, який сивий, який вже там свій шлях пройшов. І єдине його бажання – спокійно дочекатися там до виходу до пенсії. Ви людина молода, наскільки я розумію, амбітна в доброму в сенсі цього слова. Вмієте працювати як в ринзі свого часу, так і поза рингом. Скажіть, будь ласка, більшість наших телеглядачів не зовсім розуміють, що таке Федерація боксу України, бо часто плутають її з Лігою професійного боксу України. І ось перше питання. Чим займається ваша організація? Які має мети? Як це робить? Що, ким опікується? Для чого? Тобто таємниця. Відкрити таємницю. Ну, действительно, это так, потому что, исходя из того, что какие вопросы часто задают, в большинстве случаев почему-то задают нашей федерации, федерации аматорского бокса, вопросы о профессиональных боях. Кто у кого выиграл, как он выиграл, какие его ожидают планы, но очень мало задают почему-то о наших боксерах, которые, я считаю, что в большинстве случаев даже на голову выше, по поводу Васи Ломаченко, и Усика Саши, и Капитоненко Романа и тому подобное, которые в мире достигли, может быть, даже больше в некоторых соревновательных процессах, чем это сделали профессионалы. Поэтому Федерация бокса Украины имеет статус национальный, так же, как и Лига, в принципе, профессиональная. И у нее основная задача – это популяризация вида спорта, забрать побольше детей с улиц в залы, у нас сейчас 40 тысяч детей занимается. Ну и кроме этого мы имеем лицензию от АИБА проводить все любительские соревнования на территории Украины, принимать игры в Олимпийских играх, чемпионатах Европы, мира там, и турнирах класса А. Это то, что такое в данной ситуации непосредственно наше как обязательство. Вот. Ну, кроме этого всего, насколько мы знаем о том, что наша страна является именно в мире любительского бокса, входит в пятерку самых лучших Федерации мира,
Ну и в Европе по итогам последнего чемпионата Европы в Ливерпуле мы находимся сейчас на первом месте в командном зачете в Европе. То есть у нас в Ливерпуле 4 первых места, и это рекорд за 75 лет украинского боксу. То есть никогда мы Россию не обходили, сейчас обошли. Поэтому нам предстоит сейчас в Москве, как говорится, очная встреча в большинстве случаев со сборной России. Все-таки или мы докажем о том, что мы самые сильные в Европе, или Россия постарается взять реванш. Это будет в июне месяце в Москве чемпионат. Тобто, роблячи висновок, Федерація боксу України опікується лише боксерами, що займаються аматорським боксом. Це так. Я хочу одразу пояснити, чому ми ось в нашому спілкуванні використовуємо термін аматорський бокс. Бо зазвичай боксом з самого початку його виникнення вважали саме професійний бокс. Коли з'явився бокс любителів, тобто він отримав статус аматорського боксу. Пане Юрію, в одному зі своїх інтерв'ю ви так охарактеризували свої обов'язки. Цитую. «Я відповідальний за все, що пов'язане із розвитком та зв'язками з професійним боксом. Приймаю участь у міжнародних процесах із розвитку боксу, входжу до складу комісії Європейської боксерської асоціації». Це аматорський бокс, так? Далі. «А ось основною моєю функцією є та, у якій я повинен зробити все, щоб матеріальна база досягала того рівня, на якому знаходяться наші спортсмени. Як показує практика, зробити щось нове – тяжко. Головне – зберегти старе. Основна мета – знайти фінансування не тільки для боксерів, але й для тренерів». Кінець цитати. Власне кажучи, в професійному боксі можна продавати місце на ринзі, можна продавати місце на екіпіровці боксера, можна спину розкрасити. Тобто гроші знайти можна. Наскільки я розумію, в аматорському боксі є обмеження. І як вам вдається у цей скрутний час, дуже скрутний час, виживати? Де ви знаходите гроші? Так, думаю, що щось, може щось, якусь маленьку таку частину дає держава. Але то... Ну, постараюсь объяснить, вопрос действительно серьезный. Любая федерация всегда мечтает о том, чтобы у них был постоянный спонсор, чтобы тех денег, которые давали спонсоры, хватало на все процессы. А процесс – это минимум 4 года, или это подготовка к Олимпийским играм идет 4 года, или это касается других команд сборных. Вот. Ну, на данный момент, конечно, львиную долю дает государство. Как не тяжело государству, нам приятно, что на данный момент мы являемся лучшей федерацией года уже второй год подряд среди олимпийских федераций. И государство в данной ситуации тоже пошло навстречу. В этом году, насколько я понимаю, мы там где-то около 8 миллионов должны получить гривен на весь украинский бокс. В данной ситуации, конечно, это недостаточно для 40 тысяч занимающихся. Плюс там в большинстве случаев идет на национальные сборные. Вот. Но, по крайней мере, на этом тоже спасибо. Надеемся, что мы еще выше результаты покажем, нам этих денег добавят. Ну, а также львиную долю, конечно, ложится на президента федерации, на продюсера Владимира Степановича. В свое время он стал президентом и тоже старается сделать все, чтобы в тот тяжелый момент, когда у самого, насколько мы знаем, что ему... В его предприятии ему еще бюджет должен деньги, поэтому есть свои проблемы. Вот. Есть Костерин Владимир, который тоже старается помогать, делает все для того, чтобы те или иные вопросы по федерации, которые возникают, закрывать. Но вообще задача Федерации бокса Украины, в принципе, не так финансировать, как просто является оператором. То есть она занимается функцией более административной. Вот. А финансировать, конечно, должны спонсоры. Но для того, чтобы они появились... Вы правы, если бы был такой же подход к любительской федерации бокса, где бои в большинстве случаев даже являются покраше, чем профессиональные. Я даже обращаюсь, если можно, через ваше телевидение. То есть спонсоры не пожалеют, если они в данной ситуации постараются и разместить свои торговые марки, да, на наших мероприятиях. И, в принципе, надеемся, что вы тоже в этом... восприятие. Вот, поэтому у нас есть что показать, то, что действительно достойно. А вот у меня такой вопрос. Есть ли ограничения АИБа относительно рекламных
плоскостей, на которых можно размещать как раз вот бренды или логотипы торговых марок. То есть ограничения вот на уровне, на международном уровне, не местного значения. Все мероприятия, которые проводятся, квалифицируются как турниры класса А. Это Олимпийские игры, чемпионат мира, Европы и турниры класса А, такие как Кличко. В принципе, есть договоренности с спонсорами, которые имеют договора с АИБА. И там уже, в принципе, эти плоскости, они разделены, назовем так. Они являются спонсорами Всемирной Федерации Бокса. Но в то же время АИБА дала возможность на майках в определенных местах размещать спонсоров команд. Вот. Кроме этого, турниры, которые проводятся внутри, или просто международные турниры, конечно, в данной ситуации это имеет право делать организатор. Я маю таку пораду. Треба підходити до суперників, пропонувати їм гроші, щоб вони розміщали рекламу на подошвах своїх боксерок. Як свого часу поєдинком з Майком Тайсоном зробив Джуліус Френсіс. Заробивши за там якісь там 9 хвилин 180 тисяч фунтів стерлингів саме за те, що на подошвах своїх боксерок розмістив рекламу однієї компанії. Юрій, спілкуючись з людьми, які люблять бокс, і аматорський, і професійний, не поділяючи на аматорів, професіоналів, просто вони люблять бокс. Вони мені казали, що без вашої роботи більшість проєктів, більшість хлопців так і не мали б можливості вирости до того рівня, яким вони зараз займаються. Скажіть, будь ласка, наскільки ваші особисті зв'язки, стосунки допомагають ось аматорському боксу? Ну, в принципе, Федерация бокса – это большая семья, и я бы даже в большинстве случаев не разделял там профессиональную лигу, где Леночка является одним из руководителей, и Федерацию бокса. Мы тесно работаем в тех или иных направлениях, и, конечно же, иногда те боксеры, которые не достигли чего-то, то есть не попали в национальную сборную, иногда туда тяжело попасть, но сейчас 3-4 человека на место, такого никогда не было почти в каждой весовой категории. Вот. И, в принципе, стоит вопрос, чтобы, по крайней мере, они могли где-то устроиться. И, так как они всю жизнь боксом занимались, конечно, есть возможность зарабатывать на профессиональном поприще денег, то, конечно, мы идем навстречу и делаем все, чтобы они беспрепятственно туда могли перейти. Вот. Кроме этого, что касается, допустим, меня лично, то сейчас мы разрабатываем программу, которая имеет две составляющие. Первое – это по поводу того, чтобы все-таки то достижение, которого мы достигли за эти последние 4 года, чтобы его не утратить, все-таки мы хотим обратиться и к президенту, и к премьер-министру, и к министру спорта, чтобы они нас поддержали, и в данной ситуации те пробелы, которые у нас сейчас образовались, с тренировательным процессом, там, с оплатой питания, потому что у нас на 50 гривен в день особо спортсмен не пропитается. Ну, насправді, вот. Я перепрошу, що посміхаюся, але смішні гроші, 50 гривень. Я вчора випив кави, з'їв тистечку, 80 гривень. Ну, от ви розумієте, да, о чому йде розговор. Поэтому ми теж обращаемся, щоб пішли на встречу і как-то этот вопрос пересмотрели. То есть жизнь йде вперед в ценах, є інфляція, ну, а как-то в спорті оно так остается на одном месте. Вот. И вторая программа – это по поводу спорткомплексов. То есть ведем переговоры насчет того, чтобы в ближайшее время все-таки построили эти спорткомплексы в тех областных центрах, где их нет. Что оно придаст? Оно придаст возможность проводить и мероприятия, тех же спонсоров привлекать. И уверен, что если есть спорткомплекс, даже местная власть найдет в своем бюджете денег для того, чтобы поддерживать эти комплексы. Ну, а если комплекс есть, значит, там есть, и мы надеемся, и будут боксерские школы. То есть это значит, будут зарплаты у тренеров, значит, будут ездить на соревнования, то есть будет дальнейшая популяризация. А чтобы понимать, если, допустим, с 1000 боксеров один будет боксер, который будет бороться за звание чемпиона мира там, или Европы, то это, конечно, хорошо. Поэтому если сейчас занимается 40 тысяч, то мы имеем где-то 40-45 боксеров в данной ситуации, которые, конечно, это уровень. Если будет 100 тысяч или 200 тысяч, значит, будем иметь больше кандидатов в сборную национальную, поэтому мы получим результат на Олимпийских играх, где играет гимн Украины, популяризация страны идет. Кстати, мы вошли уже, если мы в пятерке, а стоит сейчас вопрос даже у Виктора Януковича, чтобы страна вошла в двадцатку, так что мы уже перевыполнили свой план, ну, то есть если взять на каждую отрасль,
распределить, что она должна войти в двадцатку в своем направлении, то мы уже в пятерке. Мы хотим сейчас войти в тройку. Это помогло вам отримати потрібне фінансування. Поэтому мы, наверное, попросим, что если мы там уже есть, чтобы еще занять первое место, то страну, конечно, больше от этого будут узнавать. Так вот, я хотел мысль закончить насчет того, что все-таки, если будет этих 100 кандидатов, значит, получится, что мы еще с улиц позабираем, кстати, 99 тысяч детей. Тем более, чтобы понимать, в основном все секции наши боксерские, ну, половина так это точно, они бесплатные. Вот. В отличие от тех клубных клубов, которые все-таки их жизнь заставляет брать деньги. Вот. Я также хочу добавить за Юрия Николаевича. Он достаточно скромно сказал о своем личном вкладе в развитие аматорского олимпийского бокса. Всем известно, что в спорте, кроме спортивной составляющей, существуют различные подводные течения, там, политические веяния и тому подобное. Так вот, я точно знаю, что именно благодаря усилиям Юрия Николаевича и Игоря Ивановича кубок Вэлла Баркера достался нашему Васе Ломаченко, потому что рассматривались другие кандидаты, и только усилием переговорных процессов Юрия Николаевича и Игоря Ивановича этот кубок был очень объективно и очень правильно дан нашему боксеру Васе Ломаченко. Я бы хотел добавить, здесь надо еще учесть Сергея Назарыча Бубку, который, можно сказать, что не пошел на закрытие Олимпийских игр, а именно действительно этот вопрос добивал, так как все сказали о том, что Вася Ломаченко лучший боксер. И когда рассматривался вопрос китайского боксера, ну понятно, там может даже по политическим моментам. То есть Сергей Назарыч, выключно с политичных. Политичных, да. Поэтому Сергей Назарыч этот вопрос добивал, и все-таки он добился. И я считаю, что все-таки львиную долю, кроме Игоря Ивановича, еще сыграл Сергей Назарыч Бубка. Почему? Нам приятно. Я еще бы о Сергея Назарыча много чего сказал бы хорошего, потому что я, когда... Зробіть нам пролонгацію, запросимо його, розмовляємо не тільки про бокс, але й про спорт взагалі. Да, я можу сказати, чому іменно це хочу, допустим, на этом подчеркнути. В своє время я возил команду на Олімпійські ігри в Афінах, где мы ничего не завоевали. И тогда, в принципе, могли мы завоевать? Могли. У нас тогда было 5 человек, которые боролись за медали. Я думаю, что если бы мы в такую тесную співпрацю с Сергеем Назарычем вошли тогда в Афинах, где его присутствие на тех принципиальных боях все-таки стимулировало судей в плане того, чтобы объективно судить, вот, то оно бы, конечно, бы повлияло на результаты. Так как было, допустим, в Пекине. Потому что почти все руководство Олимпийского комитета, который присутствовал в Пекине, посещало наши бои, и их присутствие очень сильно воздействовало на руководство АИБА, это Мировая Федерация Бокса, и на судьи. То есть я считаю, что это была именно та коллективная победа, назовем, административного ресурса в хорошем понимании и тренеров, спортсменов и нас как функционеров, которая дала результат. Я думаю, что это свою роль тоже сыграло. Юрій, продовжуючи ось цю тему, яку ви з Аліною торкнулися, перше, ви кажете, що ми займаємо досить високе місце за авторитетом у боксі в Європі. Скажіть, будь ласка, якщо ми досить авторитетні люди, чому ми повинні, всі бачили, як Василь Ломаченко проводив поєдинки, всі аплодували йому, стоячи. Весь мир аплодував. Так, весь світ. Чому ми повинні були йти і битися? Чому ось ця політична домінанта, ну, майже зіграла свою роль, ну, дякуючи, що ми піднялися і почали не стільки стукати, скільки виламувати ці двері. Віддайте нам те, що заслуговує наш боксер. Ну, можу відповісти. Так же, як і в гімнастиці, в боксі, це не об'єктивний від спорту. Знаєте, як 100-метровку біжиш, ти прибіжав перший, значить, тобі зачет поставили. А це суб'єктивний. Тому все залежить від судді. Ну, так як і в будь-якій житті, хтось зараз із великих политиков сказал, что, насколько я помню, даже министр юстиции, что коррупция существует во всем мире и во всех отраслях. Просто она может быть или больше, или меньше. Так вот и получается и в боксе. То есть, имея потенциал, кстати, наша национальная сборная сейчас может бороться и за первое место в мире как национальная сборная, как команда.
И это нам по силам. Просто я же говорю, что не все иногда зависит от боксеров, тренеров и функционеров, еще зависит, бывает, от судей, которые никогда боксом не то что не занимались, они там на ринге второй раз в жизни судят, и то из-за того, чтобы в Америку поехать. У нас было такое силах. Мы потеряли еще спортсмена, который мог реально в Пекине медаль завоевать. Получилось, что женщина, которая с племени Тумба-Юмба какому-то, сделали эксперимент, взяли судить на чемпионат мира, что никогда такого не делали вообще, чтобы судьи, которые вообще инопланетяне, чтобы они в этих процессах не участвовали. Так вот, она вышла в ринг, и она умудрилась финалиста мира, фаворита в этом весе, который боксировал с американцем, это, кстати, было тогда в Чикаго, в Америке, сделать и предупреждение, и чуть ли ему не нокдауны там считал и тому подобное, она его просто затерла. То есть получилось, что боксер вместе с судьей боксировали с силахом. Юрій, я з нею погоджуюсь. Вміння бути, показати свою некомпетентність є великим мистецтвом. Звісно. Коли їй задали питання о тому, що ж ви зробили, вона, і що ви зробили? Вона говорить, я приїхала в Америку, я в даній ситуації приїхала вчитися. Тобто вона приїхала на один із самих серйозних в спорті соревновань учиться судити. Статусі практикантки да. Такої, да? Взагалі, такое тоже що бывает. Стосується суддівства в аматорському боксі, це треба якось окрему тему брати, бо питань дуже багато саме до суддівства. Але, Юрій, ви декілька разів ось в нашій розмові ми пригадували, ви і ми з Аліною пригадували таке слово «функціонер». Людина, що функціонує. Людина, яка нічого не робить, а просто розподіляє, як на мій погляд, кошти. Може, ось та робота, яку ви проводите, яку проводив Сергій Бубка і люди, які разом з вами йдуть зараз допомагати аматорському боксу, є менеджерами. То може вже час перейти, щоб ментальність наша перейшла від функціонування до бізнесу, тобто і аматорський бокс, до аматорського боксу треба ставитися, як і до боксу професійно. Це бізнес. Але бізнес такий з чоловічим обличчям, не з вовчим, як професійний, а з чоловічим обличчям. Ви правильно говорите, це дійсно так. Я навіть скажу так, от чому ми гроші тільки отримуємо з Міністерства молоді і спорту? Ну, вроде как только спорт. Я бы получал бы с Министерства здравоохранения. Чем больше мы заберем сейчас на своей федерации людей, детей, то меньше их надо лечить. То есть человек, занимающийся спортом, он меньше болеет. Нам бы еще милиция бы деньги доплачивала, потому что мы забираем детей с улиц, в основном же это хулиганы в бокс идут. Они или там делают свои милиции, это вы трохи задали. Да. Милиция сама забирает много. Нет, так я говорю, они тоже нам бы добавляли. То есть идет разговор, что мы те функции, которые определенные министерства должны выполнять, берем как федерация на себя. Не только мы, это и борцы, это и другие виды спорта. Поэтому я думаю, что в принципе в корне правильно было бы сделать. Если мы имеем статус национальный, все-таки бы федерация, кстати, Министерство молоди и спорта, или назовем бюджет, ни на одну копейку федерация не финансирует. Они финансируют все, что связано с национальными сборными, и все это делается через отделы видов спорта, вот сейчас на данный момент отдела бокса там министерства. А правильно бы, конечно, федерация бокса сделала бы штат, который работает. Сделали бы там зарплаты, тогда бы человек не зависел от спонсора там, или от того, что там найдет ли президент или еще деньги, а он знает, что он получает такую зарплату. Он мав бы час працювати, а не шукати гроші, як заробити. Да, а так получается, что все аматоры и аматоры в лучшем его виде, то есть без денег, работать должны. Поэтому тут ситуация, все-таки я бы федерацию рассматривал как то, которое может спасти. А, кстати, еще Министерство иностранных дел должно доплачивать. У них тоже есть такая статья, как популяризация страны за границей. То есть у нас, получается, 4 министерства должны финансировать на данный момент не только там Федерации Олимпийские, ну, вот в частности, Федерацию бокса. Знаю, ось таке відношення, таке ставлення до аматорського боксу, ну, це досить давня така традиція, не дуже добра, бо звикли, що людина працює на заводі, вона там 8 годин біля станку стоїть, або шиє, або підмітає, або копає яму. Потім йде у зал, займається заради свого задоволення. Потім виходить на якихось зборах, на якихось турнірах у ринг, виграє і приносить славу своєї країни. Зараз ситуація трохи змінилася. І Юрій, ви як, ну дозвольте вас називати менеджером, да? Менеджером аматорського боксу. Да, чи можна якось донести до там Міністерства освіти, спорту, з внутрішніх, зовнішніх справ, таку можливість. Якщо побудувати зали для боксу, дати можливість людям там займатися. Молодим людям, тобто діткам, юнакам, дозволяти займатися безкоштовно. Я повинен, як людина, яка має гроші, заплатити, наприклад, якусь розумну суму. Ніяк ми там бачимо $500 на рік, бо я не маю $500. Я маю там
можу 200 гривень на місяць витратити. Приходжу займатися, заробляю своє здоров'я, вчуся боксу, займаюся справою, діти тягнуться з вулиці. І це поступово, таке захоплення, може перетворитися на, якщо не на бізнес, бізнес прибутковий, то хоча б самозабезпечити якось себе. Чи люди, які сидять там наверху, не можуть це зрозуміти, що ось допомогти збудувати зал, дати екіпіровку, зробити якусь малютку рекламу, і вже шматок такої роботи зроблений, вже вони цього не розуміють. Ну, ви правильно говорите, я можу відповісти на цей вопрос. Давайте, смотрите, є для зверей красна книга у нас в Україні. Знаєте, щоб в даній ситуації дійсно на це возродити. Я би зробив ще красну книгу для спортивних залів. Тому що у нас по закону, вроді, спортивні зали відчуждати не можна, але різними правдами і неправдами вони перетворюються в магазини, так, що угодно, в офіси. Так, свідками цього ми були вже неодноразово. Да. І кожен рік, мабуть, в половину цих залів спортивних уменьшається. Я би вообще все-таки сделал две вещи. Первое, создали такую организацию «Спорт для всех». Организация серьезная. Но, в принципе, в связи с крутым становищем, на чем мы экономим? Экономят, в первую очередь, не на чем-то там, допустим, там большом, а экономят на малом. На медицине, на спорте, это тоже здоровье детей. Там, еще там на чем-то таком, ну, которое связано с социальной сферой. Вот, поэтому я бы, что вы говорите, я бы все-таки закрепил эти залы за федерациями бокса, чтобы они их курировали. И никогда федерация бокса не пойдет, или бокс, или другая федерация, никогда не пойдет на то, чтобы этот зал был или в плохом состоянии, или его разворовали, или еще что-то. Он в первую очередь тогда, федерация бокса, будет обращаться или к своему министру молоди спорта, или к премьеру, но она отстоит. А так, получается, залы закреплены за местными громадами. И получается, мысль громада говорит, денег нет, и поэтому нам надо что-то продать. Как в том анекдоте. И продают всегда залы спортивные. Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, теперь ты будешь меньше кушать. Вот это ж так, вот по этой остаточной стоимости, вернее, остаточных этих принципах, и залы эти распродаются. Так же, как и поликлиники. А я все-таки предлагаю вернуться к нашей основной теме, к этому новому веянию, которое есть на сегодняшний день в аматорском боксе. Это всемирная серия бокса. Юрий Николаевич, расскажите отношение Федерации бокса Украины. Как воспринимают это направление боксеры, тренера, менеджеры, руководство? И, в общем-то, побольше информации об этом направлении. Ну, могу сказать так. Все-таки всемирная серия бокса, она возникла тогда, когда после 40-летнего правления Чалдри мировым боксом, на смену его пришел господин Ву, он сейчас президент Всемирной Федерации, вернее, президент АИБА Мировой Федерации Аматорского Бокса и генерального секретаря Хакима. То есть у них возникла эта идея все-таки о том, чтобы сделать это профессиональное направление для того, чтобы боксеры-любители могли еще дополнительно зарабатывать деньги, в том числе, как Лина говорила, чтобы они могли участвовать и в Олимпийских играх. Вот. Сделали ставки, то есть они где-то от 20 до 60 тысяч долларов в год для тех боксеров, кто пожелает. В особых случаях, допустим, как для Камарелли, это чемпион мира последних Олимпийских игр, предложили ему, насколько я помню, 120 тысяч долларов. Василий Ломаченко тоже в таких пределах предлагали, но... То есть речь идет о заработной плате плюс оплата за каждый поединок. То есть, в принципе, мы это одобряем, но с другой стороны, мы считаем, что оно больше принесет, как для, если это касается боксера, который у нас кандидат на Олимпиаду, если мы хотим завоевать Олимпийскую игру, больше негатива. То есть, если тренироваться и боксировать совершенно по другим правилам, а сейчас стоит вопрос о том, чтобы боксировать без шлема, что можно много очень травм принести, это другой уже совершенно функциональный. Юрий, я перепрошую, вы казали без шолома боксувати. Так. А рукавички будут для профессионального бокса или те, якими вони боксують в аматорському? В такому, как и в аматорському боксері. Экипировка, кроме майки, все остальное будет как в аматорському. Я, честно говоря, относительно перчаток прочитала на официальном сайте World Series of Boxing, что специально под этот такой глобальный чемпионат разрабатываются абсолютно новые перчатки, в которых будут принимать участие участники этого World Series of Boxing. Ну, в принципе, там много чего разрабатывается, но как конкретно, то у меня есть, допустим, там документы, которые с этим связаны, еще это не отражено. Пока стоит вопрос экипировка, кроме майки, вся остальная, как в аматорском боксе. Ну и когда же мы увидим первый такой тестовое соревнование? Начнется это соревнование 1 ноября, финальная часть будет в апреле месяца, то есть это полгода будет проходить. До этого будут разные сборы.
где, в принципе, не только боксеров, но и предложили, чтобы поучаствовали наши тренера. На данный момент Сергей Корчинский предварительно дал согласие на то, чтобы одну из таких команд тренировать. Команд будет 12. Это будут представлены три континента. Это Америка, Европа и Азия. С каждого континента по 4 команды. И, в принципе, это все будет разыгрываться. На данный... Тут 5 да. Ваговых категорий и 5 боксеров команда. Да. Да. Но учитывая то, что если учесть, что 12 команд и по 5 боксеров должно быть 60, вроде, но берут два раза больше, вдруг кто-то там травмировался или там, чтобы были замены. Поэтому стоит вопрос, чтобы в этом мировом всемирной серии бокса присутствовало около 120 боксеров. То есть на данный момент с Украины есть подписанных 6 контрактов. Вот, это, а кто это? Это подписали такие, как Капитоненко Роман, где-то приблизительно 60 тысяч долларов в год планируют ему предложить. Это такие, как Паяцика, наш один из лидеров, но так как они с Усиком постоянно конкурируют, я так понимаю, что в данной ситуации тот и другой, в принципе, может быть участником Олимпийских игр, но Усик остался пока чисто в аматорском, Паяцика все-таки решил попробовать себя на профессиональном. Это Деревянченко, которому, в принципе, часто не везет. Хороший боксер, то есть может вполне реально стать и чемпионом мира, но решил попробовать себя. Ну, он такой зрелищный, в принципе, для профессионального бокса он хорош. Он бьющий, жесткий, то есть в этом плане он может показать. Это как Максим Третьяк. В свое время в Афинах он занял 5-е место, ему по силам было и медаль завоевать. Но как-то он после того, как переболел, немножко у него не пошло. Не достиг он того уровня, который он в Афинах имел. И, в принципе, я так понимаю, что для него это сейчас дополнительный, да, и заработок, ну и в то же время силы есть у него еще боксировать. Это Волков, Александр Волков, да, с Николаева, который тоже то ему везет, то не везет, то есть в данной ситуации тоже решил попробовать себя. Вот. А также Кабанчук, это тренер Сикорский у него, это с Бердычева, тоже, в принципе, решил себя в этом попробовать. Также ведет Жора Чагаев, наш капитан команды, уже, так сказать, возрастной, который в сборной Украины уже лет 12, он в национальной. Вот, тоже сейчас ведет переговоры, переходить или нет, но я думаю, что так еще месяц эти все закончится. То есть они наберут достаточное количество, и уже следующие переходы будут только рассматриваться на следующий год. Сейчас у них соберут их в одном месте, и там уже будут распределять между командами. То есть это где-то там, насколько я помню, должно быть... 21 апреля, да. Щось це мені нагадує таке собі шоу «За склом». Або там «Народна зірка». Может быть. Ну, самый интересующий вопрос, из чего будет формироваться бюджет вот этого всемирной серии бокса? Ну, я могу так сказать. То есть то, что официально написано, и то, что я думаю, что на это они пойдут. Первое, это, конечно же, спонсор. То есть если платят деньги, то понятно, что и заказывают. Если, допустим, кто-то хочет, чтобы они, команды боксировали, значит, кто-то за это платит. Так, то есть половина. Вот, да. Ну а теперь вопрос другой. Команд же может быть и много. Почему именно эти команды? Насколько я понимаю, то каждая команда будет определенный взнос делать во имя Мировую Федерацию бокса от 500 там, до миллиона долларов для того, чтобы именно попасть в эту, так сказать, высшую лигу. Я надеюсь, что со временем появится еще много других клубов, они сделают и вторую, и третью лигу. То есть это напоминает как Кубок чемпионов. Слушай, пан Юрию, щось я не розумію, це вже бізнес чи спорт? Возьмем так, что в мире существует параллельно почти во всех видах спорта и бизнес, и спорт. Это и футбол, это и баскетбол, это и хоккей, и многое другое. Вот и бокс пришел к тому, что в данной ситуации решили попробовать по тому же принципу вот, сделать в боксе. Но насколько могу у вас, допустим, сказать мнение федерации, лично как я, которому хотелось бы, чтобы пацаны зарабатывали деньги, но если жить чисто тем, чем мы должны заниматься, популяризацией вида спорта, достижений и тому подобное, хотим сделать все, чтобы те боксеры, как Вася Ломаченко, Усик и остальные лидеры, все-таки не участвовали в этом, а достойно подготовились к следующей Олимпиаде. Вася Ломаченко может стать двукратным олимпийским чемпионом. После этой серии не факт в данной ситуации. Вот. И постараемся все-таки, если мы сейчас сможем все-таки найти то финансирование, которое даст возможность хорошим боксерам не уходить туда, оставаться у нас и получать те же деньги.
то, конечно, мы сделаем, чтобы они в этом не участвовали, а лучше бы они ездили на турниры аматорские, там боксировали. А вот со стороны АИБа это будет принудительно? Будут вынуждать лучших боксеров-любителей подписывать контракты? Скажи, или так, добровольно принудительно? Вы можете не погоджуватися, але сами розумієте. Ну, в принципе, тут тоже такая история. Есть страны, на которых можно надавить, и я думаю, что после определенной беседы они пойдут на то, чтобы отдать своих лучших боксеров. Но есть такие страны, Украина в том числе, с которой с позиции силы разговаривать никто не будет, тем более Сергей Иванович Гайдамака, который в международном сам боксе уже, да, так, уже больше 30 лет в международном, и сколько он там, уже лет 60 вообще в боксе. Его авторитет огромен, он является вице-президентом Европейской Федерации бокса, член исполкома АИБа, то есть мирового бокса, и в принципе он сделал все, чтобы не дать тех боксеров, которые не хотели. Они очень сильно хотели видеть там и Усика, и Ломаченко. Он и отстоял, щоб вони все-таки оставили в покої. Звісно, я, наскільки я розумію, ось така формула проведення, яка нагадує, наприклад, Лігу чемпіонів, там, Кубки УЄФА, або ж дотичні до такої формули проведення змагання, то, скоріше за все, щоб команда приймала участь, повинна платити держава або якийсь телевізійний компанія, як, наприклад, наша компанія «Поверхність ТВ», платить гроші і має право, ексклюзивні права на показ Ліги Чемпіонів та Кубків УЄФА. І, в принципі, для, я розумію того пана Ву і його колегу, що вони зробили непоганий бізнес на спорті. Але, знову ж таки, ну ось Вася Ломаченко, так, багато розмов. Ну, Юрій, ось наскільки, о, таке питання. Для вас чим відрізняється аматорський бокс від професійного? Ну, я бы все-таки отличил чем. Аматорский бокс – это очень тяжелый, тяжелая работа. В чем она заключается? Она заключается в том, что боксера для того, чтобы его вывести, его надо провести через сборы, через питание, через науку, через медицину. Его надо накатывать, его надо лелеять. У каждого свой тренер, и это, честно говоря, как растить. В данной ситуации растение берется семено, и оно растется. В профессиональном это уже пришло что-то зрелое, уже конкретно знает, что ему нужно. Готовится он на один бой. Потому что в любительском боксе там надо бывает, чтобы стать чемпионом, надо 5 боев провести. А здесь именно на один бой готовится под этот бой больше даже не так боксер, как готовится зал, пресса, спонсоры, телевидение и тому подобное. То есть все-таки профессиональный бокс – это бизнес, чистый бизнес, в котором люди получают удовольствие, что люди хотят, зрелищ, ну и покушать. Ну, вот как раз в данной ситуации, не знаю, как седой, но зрелищ сейчас хватает. Вот. А что касается аматорского, так там другой момент. Даже если идет разовое зрелище, оно не такое яркое, и не так оно, допустим, преподносится, поэтому на любительские соревнования все приходят 1000, это хорошо, а на профессиональные приходят бывает и 7, а за границей там до 50 тысяч человек. Поэтому все зависит от телевидение, в принципе, от вас, как вы его в данной ситуации преподнесете, наскільки появится у нас все-таки поклонников, сколько у нас и будет посещений. Ну, насправді, це дядьки зробили дуже добрий бізнес. Давайте ось так помислимо собі. Зібрали найкращих боксерів кожної країни. Так, примусово, десь так це більше примусово, як мені здається. І будуть продавати, просто нічого не вклавши, тільки натиснувши деякі там важелі, вони роблять добрі івенти. Бо, наприклад, як для мене, і думаю, що і для вас, буде цікаво подивитися, як найкращий боксер України і світу Василь Ломаченко буде проводити поєдинок з найкращим боксером, ну, наприклад, Америки він або Британії. Він в цьому участі приймати не буде. Ломаченко не планує боксувати в всемирній серії боксу. Я ще хотів додати, що, погляд, що якщо у нас наші боксери там виступають, определенний процент буде йти ще в федерацію. От цього, називаємо, великого професіонального шоу. Тобто йде розговор, федерація від цього теж буде мати определенний процент, який теж піде на розвиття того ж боксу. Юрій, поступово ось ми перейшли з, точніше, дійшли до такого, аматорський бокс. Колись, ну, я був свідком того, що мій батько мене водив в таких далеких 70-х, кінець 60-х, 70-х роках, казав, ми йдемо в Одесі дивитися бокс. Ми приходили на зал, де було багато поєдинків. Зараз інформації, де є якісь боксерські поєдинки аматорів, немає. До вас є пропозиція, як менеджер до менеджера. Ось 24 квітня
палаці спорту будуть поєдинки, так, професіоналів. Чи, наприклад, можете ви, ну, принаймні подумати про такий проект, презентувати серед поєдинків професіоналів і поєдинки, наприклад, тих аматорів, які знаходяться на тому, щоб вийти на якусь, на якийсь вищий щабель, щоб познайомити публіку з ними і їх з публікою? Ну, в принципе, вопрос хороший, конечно, и слушный. Я бы с первого начал вопроса. Почему мы не можем приглашать и давать рекламу, чтобы приходили люди смотреть? По двум причинам. Соревнования у нас в Киеве только один есть дворец спорта, который один день, там, проведение стоит 10 тысяч долларов или сколько. Поэтому... У нас нет палаца спорта, у нас есть выставковый комплекс палац спорта. Да, да. Поэтому идет разговор, если мы его проводим 5 дней, то 50 тысяч долларов, когда бюджет так, там 1005 гривен. Поэтому отпадает. А в любом другом помещении, где мы его проводим, если дать рекламу, то туда еле спортсмены влазят в этот зал. А если еще придут зрители, то, честно говоря, там будет не совсем комфортно. Замкнутое коло выходит. Да, поэтому это я вам объяснил. Почему и стоит вопрос сейчас о программе, которая бы дала возможность в каждой области построить тот комплекс, который бы дал возможность проводить соревнования, но не за те деньги 10 тысяч, но хотя бы там стоил доступно. Ну, разумнее, да, какие-то кошты. Да, это первый момент. А что касается вот этого мероприятия, что Виталий проводит, это, конечно, хорошее мероприятие, это и популяризация, это и нам бы было приятно, в этом, кстати, хорошая идея, то есть мы созвонимся с Виталием Кличко и его обсудим. Единственное, есть одна проблема, мы сейчас национальную сборную готовим на чемпионат Европы, который пройдет в Москве в июне месяце, и, в принципе, сейчас все вот эти мероприятия, которые проходят, они проходят Дмитрий Сосновский, старший тренер национальной сборной, и проводит по определенному графику, то есть боев. Сейчас наша сборная, половина нашей сборной поехала боксировать во Францию, матчевая встреча сборной Украины, сборной Франции. А чаще сейчас поедет в Турцию на турнир Комерта традиционный. Поэтому можно было бы выставить, но я думаю, что здесь не первых лиц в данной ситуации. Потенциальных таких потенциал. Перспектив. Хотя Василий Ломаченко сейчас в данной ситуации чемпионат Европы будет пропускать. По многим причинам, уже все, что можно было, выиграл, а в России там, ну, у него еще травма руки там небольшая, он еще, то есть не даст ему ничего нового, то есть он ничего нового не достигнет. Он готовится на Олимпийские игры уже в Лондоне, и мы надеемся, что у нас будет в стране двукратный олимпийский чемпион. Ну, дай Боже, вот, дай Боже. Да. И, в принципе, они с отцом делают все, чтобы именно этого достичь. То есть у него было очень много предложений, там ему предлагали миллион долларов и больше, чтобы он перешел в профессионал, он этого не сделал. И на мой взгляд, то есть, что он это сделал правильно. Все-таки Ломаченко в любительском это одно, а Ломаченко в профессиональном это другое. Для того, чтобы ему дойти до той славы профессиональной, ему надо много чего еще сделать, и это уже другое совершенно соревновательный процесс. Знаете, есть приклад того самого Одли Харрисона, Олександра Повєткіна, що нібито золоті призери і перемагали своїх суперників досить легко і впевнено, а ось у профі якось. Мені здається, що Василь Ломаченко, він ніколи не стане професіоналом. Ну, в принципі, можу сказати, в даній ситуації він в любительському боксі. За ті його побіди, які почалися ще там в Саратові на першому чемпіонаті Європи, це 2005, наскільки я пам'ятаю, год, да, був. І став кращим боксером, і по сьогоднішній день він досіг і отримав, в принципі, достатньо для того, щоб даже в любительском боксе достойно оплачивалась его работа. То есть это я в отношении материальных благ. Поэтому испытывать себя в профессиональном еще не факт, что это можно там достичь в этом плане. Ну так. Якщо ти відчуваєш, що в аматорському боксі ти можеш досягти справжніх висот, справжнього такого якогось гонору, то краще це робити. Я уверена в тому, що в професіональному боксі у Васі все вийде. І с такой филигранной техникой, которая у него есть, и умение бить с двух рук, он обязательно... Якось без Василя говорити про нього не варто, але я хочу сказати, і може знову ж таки зробити нам пане Юрію пролонгацію, запросивши Василя. Бути кращим в аматорському боксі – це не працювати важко в боксі професійному, як на мій погляд. Але знову, це справа. Скажіть, будь ласка, чи можна вважати ось цей бізнес-спортивний проєкт, що має назву там «Всесвітня серія боксу», спробую якось притиснути бокс професійний, тобто суто професійний?
Я, честно говоря, не верю, что он его... Здесь одно дело командное, другое дело моно. Есть стерео, есть моно. То, что они тут создают всемирной серии бокса, это стерео. Это стенка на стенку, это совершенно другое. А в профессиональном боксе вы на пальцах можете посчитать тех людей, на которых ходят люди. Ну, те же Кличко там. И Мэнни Пакьяо. Но все равно в этом стерео все равно определяет моно, то есть определяется лучший боксер в весовой категории. Нет, и может там вот как раз наоборот будет больше внимания к индивидууму, то есть к боксеру, который из 12 боксеров, лучших боксеров, которые представляют 12 команд, выбирається лучший боксер, і який буде как бы об'явлений лучшим боксером. А чи насправді це буде найкращий боксер? Ось питання. Бо турнір, ось яскравий приклад, поєдинок Абрахам-Дірел. Дірел впав на коліна, Абрахам махнув рукою. Це було спеціально зроблено, навмисно або випадково, не будемо обговорювати. І все, Абрахам отримав першу поразку, хоча поєдинок вигравав. Ну, это да. Я могу так ответить, почему именно. Вообще, любой, люди ж не понимают, что такое ВБЦ, ВБО, ВБА, это единица понимают. Они знают, что вот есть там чемпион мира. Вообще, даже нет, интересует. Иногда даже, когда претендент на то, чтобы выйти, вернее, там, который в рейтинге второй, третий, для того, чтобы стать претендентом, боксируют там где-то между собой, это даже не название чемпиона мира в профессиональном боксе. Бывает бой более краше, более зрелищный, да. Чем даже... Здесь зависит от боя, кто с кем будет боксировать. И насколько он будет раскручен, этот боксер. Так, я сказал, Марк Антонио Бареро не пояс робить боксера чемпионом, а чемпион робить пояс чемпионским. Могу так сказать. Если или это всемирная серия бокса, или это там любая из версий ВБЦ, ВБА, если какая-то из них может собрать 50 тысяч зрителей, ну то, что сейчас вот... происходило с Виталием Кличко, там, и Абрахам там около 25, да, тысяч собрал. Вот, если они это смогут сделать, даже если это мы из Федерации любительского бокса придем, такой бой сможем собрать, это будем говорить о том, что... Это уровень, это высокий уровень, да. Кстати, Украина, Россия, мы когда-то проводили матчевую встречу, собрала полный дворец спорта, без рекламы. Это было 8 лет там назад. Там не только спортивные, там еще и политические стосунки. И Украина-Куба, по-моему. Украина-Куба, там чуть меньше было. Ну, хлопці, ви зібрали найкращих у світі. Да. Ну, Америка, Куба, Росія, Україна. Да. А чемпіонат міра в Італії, коли був фінал, ну, було ползало. Тобто йде розговор о том, що в даній ситуації все-таки, якщо взяти, зависить даже іноді від популяризації в стране вида спорту. Допустим, якщо проводити сейчас там, неважно где там, в Польше, да, какую-то матчевую встречу, там, даже вот Украина, там, Польша-Россия или там Польша-Украина, не факт, что там соберется такое количество, как в Украине. Вот, ну, соберется завжди, в два или в три месяца. То есть от страны еще. У нас есть Клички, они этому всему придают. Да. Ну, например, когда в Польше появился сначала Анджей Голота, потом Томаш Гураль-Адамек, то в Польщі одразу виникла велика цікавість, люди почали ходити на арену, щоб подивитися на бокс. Так само пригадайте, якщо у нас були якісь професійні поєдинки, ось перший професійний поєдинок, в 98-му році зробили брати Клички, це було цікаво, люди прийшли подивитися на щось дике, невідоме, а зараз вже люди розуміють, що на той вечір боксу варто ходити, бо там будуть цікаві поєдинки, а на це не варто ходити. Ну, тут таке, що якщо Володя тоді виграв на тому поединки, то я думаю, была бы уже традиция там каждый год проводить дворцы спорта. То есть, так как оно получилось неудачей, я думаю, что это может даже повлияло на то, что да, больше проводится. Дальше не будем рисковать. Ну, да, да. Поэтому я надеюсь, что все-таки и Виталий Владимир, и К2 вернет те классные бои, которые за звание чемпиона мира в Киев. И Киев станет одной из мека бокса и профессионального, и любительского. Для этого есть все. На данный момент, если говорить об Украине, то одно из, там, так сказать, первых, о чем бы скажут, это о боксе. Ну, и понятно, что связано с Виталием Кличко. Ну, и в данной ситуации, кроме Виталия Кличко, в аматорском есть Ломаченко, есть те успехи, которые бокс, по крайней мере, за последних 3-4 года имеет в мире. Ну, а в той серии с 5 вечеров боксу, которые будут проводить K2 Promotions, ну, я бы с удовольствием побачил бы и боксеров, ваших боксеров, боксеров-аматоров? Мы этот вопрос рассмотрим. Может быть, в данной ситуации, кстати, хорошее предложение, если бы это сделали. И люди, бы, которые были бы там, увидели бы действительно достойные бои, которые ну, давайте, ничем не хуже профессионалов. Дай Боже. Давайте подводить подсумки нашей программы.
основна ідея нашої програми, що кожен із нас має свою правду. Але ось маючи кожен із нас свою правду, ми, виказуючи її, знаходимо істину. І час вже прийшов знаходити істину. Аматорський бокс на Україні. Наскільки на сьогоднішній день це потужний вид спорту, і наскільки ось ці такі скрутні з економічної точки зору часи аматорський бокс може не тільки виживати, але й розвиватися? Я можу сказати так. В принципі, будь-яка федерація состоїть з двох частей. Это первое со спорта непосредственно, а спорт – это тренера, это база, это медицина, это наука, это такой костяк. Так вот, в данной ситуации мы сейчас в этом направлении одни из лучших в мире, а может где-то и лучше в мире. То есть вот эта вот составляющая, которая вопреки всему именно держится, то есть есть какая-то преемственность и спортсменов, и тренеров и тому подобное, и судьи, она присутствует. Вторая часть административная, финансовая, у нас отстает от этого всего, то, что я и говорил. И для того, чтобы нам ее достичь, сами мы без помощи государства это не сможем сделать, исходя из многих причин. Это не бизнес, это все-таки аматорские, это вложение денег. Конечно, хотим обратиться, и чтобы мы все-таки стали общим, если нам государство поможет, то общими усилиями мы сможем стать первыми в мире. Мы можем и Кубу, и Россию быть. Я говорю вам не просто так, как там голословно, я вам говорю это как официальное лицо, что нам по силам сейчас обойти и выиграть командно, если будет сейчас стенка на стенку сборная Украины, сборная России, мы вполне можем их, у них выиграть. И не просто там туда-сюда, а выиграть бывает даже, как мы сделали чисто. Это в Лондоне, ну так сказать, выиграть хорошо. То же самое касается и кубинцев. Куба, мы не знаем почему, сейчас она немножко начала сдавать позиции, то есть у них или идет смена поколений, или Фидель Кастро в связи с тем, что он болеет, он же это же его был любимый вид спорта, и он ему уделял много внимания, сейчас стал меньше уделять, и они уже немножко, так сказать, потерялись. У них вышло 8 человек в финал, у них, вернее, 8 медалей на Олимпийских играх и ни одного золота, такого никогда не было. Да, и они там командно заняли 8 место, нет. Поэтому если взять, то, конечно, если нас поддержит сейчас и жюри государства, то мы сможем и сами показать. И, кстати, гимны Украины, если взять все виды спорта, я думаю, что бокс больше всего и флаг, и гимн играет сейчас за пределами Украины. Стоя самой популярной композицией в свете, так, да, бокс, да, да, аматорского, да, бокса. Вот, это первое место. Второе, помогут нам. Мы с 40 тысяч сможем увеличить до 100 тысяч детей, чтобы занимались. И это тоже, я думаю, большой плюс. Ну и третий момент, то есть если мы общими усилиями, футбол себе сделал программу, и они разостроили, так сказать, стадионы по всей стране, это приятно, много детишек занимается футболом. Так же самое федерация хоккея, они в свое время программу на 600 миллионов сделали, и они построили часть уже этих ледовых дворцов по областям. И мы вот сейчас хотим, так как мы имеем на это и моральное право, и наши результаты показывают об этом, хотим такую же программу сделать для бокса, может, для единоборств, даже так правильно сказать, так как и борьба, и бокс, и даже тоже фехтование показало о том, и тоже единоборство, показало о том, что в данной ситуации, если мы показываем результаты, значит, мы что-то знаем в мире, иногда лучше, чем кто-то другой, значит, это нужно развивать. Только знаем, но можем, да, сделать. Да, поэтому, и сейчас, вы понимаете, на одном спортсмене и тренере все не держится. Есть такое слово «наука», и она уже больше играет роль, как правильно потренировать, как правильно, так сказать, отойти. Потому что идет же еще и некоторые процессы, которые нам тренер может и не понимать без науки. И второе – медицина. Третье, вернее, медицина. Потому что весь мир пользуется медициной. Если взять Олимпийские игры, китайцев мы же видим, да, с помощью медицины. Не допинг, а медицины. Потому что любой человек – это живой организм, и как-то его правильно… Можно стимулировать в потребному, да, да, направлении. Да, да, да. То есть ты ему придашь те же витамины и тому подобное, тогда он покажет лучший результат, он более вынослив. А если он будет, я же говорю, там, на 40-50 гривен питаться, и там кого отсутствует что-либо, то, честно говоря, могу сказать, что при таком питании в данной ситуации, кто-то говорит, слоника не продать. Поэтому сама жизнь говорит о том, что все-таки давайте будем и нормально питать, согласно тому рациону, который должен спортсмен иметь. Почему-то же, когда плавят сталь, туда бросает уголь, щоб це було іменно правильно, а нічого знає що. А поэтому... у нас, пане Юрію, звикли нічого не давати, але так добре стояти разом з переможцем, що має золоту медаль, і так обнімати його, дивитися в телекамеру і казати: «Гай, привіт, Україна!» Нічого не давати, але дуже багато вимагати. Так.
Пане Юрію, ще одна істина. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що ось ця всесвітня серія боксу допомагає аматорському боксу? Чи, ну, хоча б не перешкоджає? Я бы, честно говоря, назвал бы вот эту всемирную серию бокса, это как, знаете, как в армии человек идет на дембель, да, а в боксе, когда он хочет, вот когда он заканчивает уже боксировать, но в то же время амбиции еще есть и бокса, он тогда выбирает. Или идти в профессиональную лигу бокса, то есть связанную с профессиональным, или идти в эту всемирную серию бокса, где ему заплатят деньги, и он еще свои амбиции может удовлетворить. Ну, и в какой-то степени такой переходный период для боксера-аматора, если он думает строить дальше свою профессиональную карьеру, то как раз вот участие в всемирной серии бокса, это и есть какой-то переход от олимпийского бокса к профессиональному боксу. Хотя, кто участвует в всемирной серии бокса, имеет право участвовать в олимпийских играх. Я ось так мені прийшла така думка до голови. Виходить, що всесвітня серія боксу займає таке місце. Я ось перепрошую глядачів, але ось, ну, ось так щось мені прийшло в голову. Аматорський бокс – це любов. Таке світле відчуття, любов. Состояння душі, хобі. Так. Професійний бокс – це жорсткий секс. А ось всесвітня серія боксу – це такий петінг. Між тим і другим. Так. Ну, тобто, за вашою думкою, всесвітня серія боксу аматорському боксу не буде шкодити, але і професійному якщо не дуже допоможе. Якщо ми зможемо федерації національно відстоювати свої інтереси, якщо ми якогось боксера не хочемо якогось туди віддавати, щоб в даній ситуації його не потеряти, і це буде йти навстречу, тоді це так. А если будут все-таки чуть ли не принудительно пытаться в данной ситуации этого боксера правдами и неправдами у нас забрать в это, я считаю, что это конфликтная ситуация. Ну, дай Боже, щоб тих конфліктних ситуацій було якнайменше, і якби і вовки були ситі, і вівці цілі. Ну, треба подождати 2 роки, тому що одне мероприятие, якщо пройде, воно нічого не покаже, а якщо вже 2 пройде, вже буде видно. Може бути, це експеримент, який, дай Бог, щоб він удався, але якщо він не удасться, то, допустимо, від цього нічого не произойде, все одно є професіональний бокс, закінчив здесь, буде туди переходити. Чесно говоря, на цей експеримент, він же іскусственний, так, це, він не природний, він іскусственний. То есть все сами наблюдают с интересом, мы в том числе, потому что сейчас никто не сможет окончательно сказать, даже те, кто его создавали, как будет все это происходить от А до Я. Пока это все назовем в теории, а на практике может что-то измениться. Знову, как и у нас в стране, они ж, чтобы это спробовать на тваринках, одразу на людях пробуют. Знайшли мы ті істини, принаймні маю думку, що знайшли ми ті істини, які шукали. І ще раз нагадую, що в гостях у нас з Аліною в програмі «Ринсайт. Своя правда» був перший віце-президент Федерації боксу України пан Юрій Андрійчук. Юрій, дякую вам за те, що прийшли. Дуже цікаво спасибо було поспілкуватися. І я запрошую завжди з вашими проєктами, приходьте к нам на телебачення, і ми будемо робити ви свою справу, ми свою, але це все буде поєднано в нашу спільну справу, яка принесе славу боксу України. Бокс ще кому-то інтересен. Кроме, так сказать, нас самих. Поэтому надеемся, что через вашу передачу смогут и услышать и те люди, которые во власти все-таки влияют на те или иные процессы. Я могу сказать, на олимпийские виды спорта в прошлом году было выделено 150 миллионов гривен. Это много или мало? Ну, если, допустим, я не против там Шахтера или что-то другое, где выделяется по 3, по 5 там, миллиардов гривен, вы понимаете, на закупку. А, 3-5 миллиардов и 150 миллионов. Я думаю, что какое-нибудь одно оборудование для чего-то стоит тоже 150 миллионов. Ну, кран этот, который привезли на Евро-2012. Мне кажется, если бы ту сумму денег, что потратят на Евро-2012, именно на этот кран, на уплату, то нам бы хватило лет на 100. Ну, в данной ситуации развивать вид спорта. Юрій, справа не в крані. Справа, скільки вкрали з того крану грошей. Ну, добре. Будемо з вами прощатися. Тримайте будь-який удар, як в ринзі, так і поза ним. Любіть бокс, бо іншого у нас немає. На все добре. Тримайте.